глубокое переживание и глубокая благодарность и понимание и разделение того, что делаете вы, хлопцы. Мы хотели сказать эти слова через песни. Несколько песен предложим вашему вниманию для тела, для души. Какие-то популярные песни, какие-то свои хлопцы пишут. Несколько песен предложим для сердца. Таких, что с молитвенным, с глубоким, совершенно святым, особым смыслом. Хотим несколько песен оставить и такого формата. Ну и, конечно, совершить молитву, хлопцы, за вас, которые здесь, чтобы помогал Бог, чтобы спереди, сзади, чтобы ангелы его ополчились, и чтобы его сохранность была на всем, что касается вас и вокруг вас, здесь ли, там ли, ближе к передку, чтобы Бог хранил. В двух словах, то, что хотели сделать, проделали какой-то километраж, ну и, похоже, мы готовы начать. А хорошо, нормально. Добрый день, хлопцы, всем. Женя уже рассказал все, что будет. Уже, я не знаю, есть смысл петь чи нема. Ты уже все рассказал, какие песни, что, как будет. Так что, ну, приехали порадовать вас, поддержать немножко. Ну, благодарны за то, что принимаете нас. Мы, причина, почему здесь, для того, чтобы спасибо сказать вам в первую очередь. За то, что вы именно здесь, не где-то в другом месте. Знаю, что здесь добровольно. Для нас это огромный пример. И мы, ну, вот с радостью приехали, что вас, в общем, порадовать немножко, как-то ободрить. Будем песни свои, конечно же, исполнять, и ворованные. Так что ворованные можете подпевать, точно все их знаете, поэтому... ну, как-то так. Давайте. Вставай, пей чай с молоком, молися на теплый дождь. Без тебя сьогодні сплять мільйони нових сердец. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. Хочу сказати, хочу сказати. Вставай, мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Вставай, мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай. Мила моя, давай. Більшого Я не буду говорить, что наша песня ворованная, только давайте так.